Уже съебался. Шушеру всякую я не беру, ну пишет народу много разного. Ну нахуй мне основной рейд люди, у которых там 0Т5, 2Т5, блядь. Снова время тратить на них вот. Пока оденутся, там выпадет, не выпадет шмотка. Ну, это просто долго и заебись. Ну хуй знает, либо будет человек, либо лапу сосать. Представь, ну разница-то есть. Блять, со штормом. А чё он сказал, типа ливнет или чё, или подумает, или чё за хуйня, чё он хочет? Короче, надо просто либо после рейда, либо сейчас, пока там трэш, например, чистится, загнать его сюда к нам и просто пообщаться. Давайте. Я уже с ним сам разговаривал, он, ну, тоже не в радостях от того, что произошло, его сюда привела Полина. Звучало это так, вот ее тут нет, что мне тут делать? Почему? Аргумент «меня привела Полина» — это звучит как «меня привела хозяйка». Нет, это, блядь, слушай, они в Джоксах познакомились, там сдружились, соответственно, людям вместе рыдить хочется, но это нормально. Я тоже очень сильно горел из-за пианиста, когда он просил, блядь, друга моего заходить на Лока, блядь, а потом еще и хуй его за этот ебаный зуломан. Так просто не делается. Рейдит с людьми, с которыми я рейдил изначально там, ну, в своей гильдии в 220-м шмоте. Ну давай я тоже рефрактнусь за альянс. Ну чё? Ну чё будет? Просто логика такая. Немножко. Ну это не такая логика. Я уже про тех ребят, которые видели тех человек. Ну типа, и чё? В смысле чего? Ну, с человеком, если его провел этот человек, они там сдружились, общались, с ним можно общаться после рейда, ходить куда-то в пуга рейда и так далее. А что делать, если ты в гильдии хочешь с ним рейдить? Он гильдии не удовлетворяет требованиям гильдии. Если по большому счету это 4 человека решили вернуть Настю, соответственно, против Полины, а на гильдейский этот абсос мы это не выносили. Так-то будет. Я просто заранее знаю, что больше людей, которые хотят видеть Полину в гильдии, они... Ну, это вот факт. Больше людей в офицерах или вообще в гильдии? Нет, именно вообще в целом с гильдии. В целом, знаешь, если это будет обсуждаться всей гильдии, люди, половина скажут, да нахуй мне это надо вообще, я сюда прихожу рейдить, а вторая половина скажет, а нахуй нам офицеры, чтобы мы еще тут решали. Да не скажется не так. Ладно, я в любом случае поговорю с Настей, попробую что-нибудь до ума довести. Мне в любом случае нужен игрок, который может ходить два рейда стабильно. Простящий, блядь, пропал, нахуй. Просто, да, проебался, мы его вообще не дождались. Тут просто выбор будет, либо один игрок, как-то, не знаю, переступит через себя, либо два игрока, которые могут в оба рейда ходить, проебутся в никуда просто. А это вообще как бы хреновая история. Кто-то спекаться будет, значит, делать спек, блядь. Ну, это затормаживает процесс очень сильно. Тем более лето на носу, у всех свои дела, как бы, могут поездки, не поездки. Тоже на онлайне скажется сильно. Буду гильдию новую делать, там обычку водить. Так, ладно, пойдемте в канал рейдов обратно.
Ну как, по центру направо. К центру. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет нравится и коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земли. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Я поклялся, что ты умрешь, а треть будет разбита. Я закончу то, что начал у тесновки последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордвинг. Той силы поставишь? Тьмы, которая прокатилась в моей... Да, чуть забыл. Там что на 264. Все, ловушки сняты. Зеленый портал, ткните перед вами прямо. Ага, это тот? Нажми еще раз на Эликс. Гликните, пожалуйста, стоящего к краю моба ДК. Покой господина проникли! Слуга трона в рейде. Маркрон, готовьте молот Оргрима к последнему полету. Герои, мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем ждать вас там. Аквага. Вага тут. Никто не смеет входить в обитель. Господина! Вага, ты в Дискорде? Да, слышу тебя. Только что написали, ну, я ливнул с рейда, я не нужен. Хотя уйти, если можно. Иди.
нас кто-то лишь вынести. А у меня забагалось, мне с ним принялся. По идее, лишнего никого нету. Я тоже смотрю, вроде никого нету, а сам он не признает. Да, сам он тоже не. Я выхожу, еще не успел выйти. Так ты вроде один выходишь. Все, вышел. Все, меня пустило. Ну, Скирс, нет? Я пришел. Мы VR ломать? Где еще? Что вводит МТ? Пиво в танк. Чек на баф на пол. Массакр дается по команде или на свое усмотрение? Кажется, вообще. Не слышал по поводу массакра ответ. Пофигу вообще, можешь сам их жать. Если видишь рейдфреймы. Не знаешь о билке боссов, ничего сложного. Рухар, ты скоро? Я кружусь. Ну если что, может тебе меня прийти. Блочетом. Осколок есть, нету? Неликс. Собирай. Чё, коника? Тебе не надо, что ли?
Я на прошлом КД забрал. Ничего себе. Там удивлен. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Монка, у тебя написано. Баланс мейн спеков, спека нет. Какой третий спек? В личку мне напиши, какие у тебя в спеке. А, ПВП меня не интересует. Колба кому-то нужна, профа? Колба на офспек купил. Самолет у меня трэш добьется. В будущем варовский Т5 почем будем отдавать? Блять, не будем отдавать. Никак. У меня еще приз есть. Да с тобой понятно все, Кир. Парада. Кто-нибудь. Угу. За хила будем отдавать. А, кого нету сейчас в сети? Наш спил слева будет справа. Я со ступеньки переведу на второй фазе. Пил ты на трэше, мы сводим на боссе. Чек на баф на пул.
Коруха, армунка. Чего не хватает? Ну, бафов и подключение к интернету нормально. Чек на АФК и на ПУ, соответственно. Мунка что-то писал, где он вообще? Ну, чувак, у меня будет сегодня, я вообще, блядь, еле-еле нахуй. Это кто говорил, Мунка? Нет, это говорит Круха. Ты прогрузиться не можешь, Кар, или чё? Не, я смог прогрузиться, я вот, я уже у леди типа стою. У меня показывает. Ладно, если его в МК возьмет, можете его убить. Сейчас дают третий чек на АФК, если Мунк не ответит, то ГП получит. Пулим босса. Подсчету. Вера, а, ладно, откатится. Это благословение. И покажи чужакам мощь нашего господина. Мобы на лестнице. Идите. Дергайте трэш здесь. Да. На меня на пульте босса, ау. Женайн, поднимай котенка. Котенок был Лорус. Маратосинул Джокера. Сядь, сам встанешь. Ты не в силе противиться моей воле. Thank you.
Мегазон Б. Босса уже просто добейте. Блин, сова, зайди, сова, зайди. Есть осколок, нет, Алекс? Неизбежно. Есть, есть. Блядь, да ёбаный в рот. Трэш только не пульте. Монках вылетел, по-моему, или хуй знает, вышел из сети. Все раздал. Да. Алекс, а давай серьезно в ДЦ на Лича. Успокойтесь, чё вы тут? Не подкинуться, это очень хорошо. Прям приятно. Не, тоже когда-то начинал играть как ДД. Полтора года магом проиграл. Что вам больше понравилось? Магом скучно просто, ты стоишь и долбишься в рекаунт, вот и все. Тут как бы интереснее, ну само собой сложнее, поэтому интерес. А у людей, по-моему, на ДД хуево играть получается, как дела вообще. У меня маг был топ-3 на Разуи, по-моему, тогда играли на сервере среди двух фракций. Но я руку себе сломал правую и пришлось играть левой рукой. Вот пока в гипсе был, с этого вкачался себе приста. Я думал, ты был топ-3, и очень понравилось. Думал, ты был топ-3, а сломал правую руку, стал топ-4. Нет, просто никак не поредить в ЛКХМе с поломанной рукой, одной рукой и бегать, и дымажить не получится нифига. Да понятно. У меня кисть была разбита вся. Плат.
кошем не снимается? Нет. Кого, мужика? Чё, после кораблей сдаем? Да. Инфицированный конь. Чё она не перекинулась? Даже лучше после Сурфанк сдадим. Просто дебаф просто. Как ты думаешь, что нам не дебаф? Будет на нашем, пил на вражеском. Подождите. Лага, можете не пылять, я перезайду ещё раз? Ждём, перезаходи. Грузишься, нет? Рукар. Да, я загружаю. Так а чё, лут надо, что ли, с кораблей тебе? Да, мне плащ нужен. Суманите Дарта. Что? Порт поставьте, говорю. Ну, меня не хочет что-то вообще заходить никуда. Загрузка идет хоть, нет? Неликс, нельзя жужжить на килл, он топ ДПС. Сейчас, я еще раз, последний раз попробую, если не получится, то окей. Тебя минута. Окей. Киллон, ну пожалуйста. Это только плюс, если там будет топ киллон, никто не спорит. Меньше хилить придется другим. Это отлично, пусть будет. Тогда уж танка давай, будет топ-танк. Может быть наоборот хилов сделаем чуть-чуть меньше, чем обычно? На Саурфанге сделали. Чтобы вы потели? Да здесь тоже можно попотеть как бы. Да, я помню Саурфанге прошло. Ну тогда я могу Эльма багать? Да, конечно. Ну, в принципе, да. Быстрее убьем, меньше хилить нужно будет. Там скорость убийства зависит от скорости убийства магов. И, конечно, людей в пушках, как они стакают. Я показал, что я в игру зашел, можете сказать? Да. У меня полностью эта полоска загрузилась. Ну, персонаж у тебя уже стоит. Ну, я его хилом не достаю. А, он далеко, где-то да там. Да нет, я не на корабле. Ну, он поблизости. Ну, чё там? Прогресс есть, нету? Ну, так у меня вот эта голубая полоска, она просто полностью за это закрасилась. Полоска загрузки и всё, и ничего. Чё это тебе связано? У тебя убивание интернет или чё? У меня очень... У меня буря сегодня, типа, и у меня из-за этого очень плохой пи***. Почти 8 баллов.
Все, выкинул тебя. Все, пуляйте тогда. Запускаю. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Оркрон, взлетаем! Ты это, пробуй, заходи, может, на сундук успеешь. О каких сундуках речь идет? Так не делается уже, нельзя так делать. Так у него когда-то есть, не с нами же идет. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! На бойсе-то не было. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас вы ответите перед Саутфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! И тут-то чипью на нашем корабле. Вы с корабля только не упадите. Хорошо, вы мне просто сказали летать, я уже изготовился. Да не, я полетал. Что у меня пристало? После этого мага улетаем. Улетайте. Огонь!
сейчас ты умрешь. Оружейники, огонь! Альянс повержен. Вперед, короля лечу. О, я удекулал вас. Не плачу. Очень грустная ситуация. А может, ты можешь забрать? Да? Кирс, Шторм, да? Чек на пол. Кувак, дай я по конту. Будьте начеку, блядь, только что... Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Вага, люди интересуются, ачивка с лича 25 хм, сколько стоит? 20к.
блять, ебучий details. Заебал. Мы похороним тебя, как подарок. Нихуя, вот мы люди, блять. Сколько там РДПС, как посмотреть? У рейда сколько? Чё ДПС? РДПС. 10. Р. Рейда. 530? 513? Нихуя. Да. Жестоко не была битва? Никогда не отрекайтесь от неё. Все же мы не охуеть. Мы с довеском, да. Не пошло. О, как мне повезло, ничего себе. У меня, кстати, скада показывает 22 ДПС, ну 22К, а у Дуоруса на этой хуйне показывает 17. Там всегда будут разные, блядь. В смысле, у тебя 22,5 косаря. Коника, он тут тоже Коника и Айзек на первых местах, первое, второе место. Нет, у тебя 17, видишь, показывает. А там общее, а я линковал чистого босса. Где все, блядь? Я думал, уже на чумке, блядь. Наблюдает за нами. А вы квест сдавали? Ой, чистого босса топ-2, серьезно. Редвар, у кого 17 ката? Мне показывает 17. У тебя или у кого? У тебя. А, типа я на 5-м месте, и у меня 17к, да? У тебя моё показывает типа 17. Видишь? Что 13-м месте. Ступай с честью. А, вижу, да. Не знаю, я сейчас свое смотрю, у тебя тут нормально показывает, больше чем 17. Короче, он тебя наебывает. Вот смотри еще раз. 22,5 у тебя. Это общая нанесенка или? Это общая, да. А по боссу? Ой, понятно. Первым девятым нет. Юра Фейнхоф или я стыкаю сам. Не, хороший ДПС у нас вот на узеркнули. На следующей неделе. Минута 58. На следующей неделе можно попробовать одного хила стыли. Чтоб будешь один? За всех? Да можно, вообще без напряга хилили. Да, тут нечего хилить, понятно. Два было. Хила стояли и делать нехер. Неликс, ты у нас будешь скоро один ДЦ, единственный, не повтори. Я ради такого ШП даже спекнусь. Теперь будешь ДЦ-шить, блядь. Неликс хорошо ДЦ-шил раньше, бля. Наверное, просто не застали это время. Никто не сомневается. А, Вайка, я мы тебе с больше... ним примерно в одно время играть начали. Чокерс.
Я говорю ему, ради такого даже в обспек сейчас напишу, что он у него этот обспек. Пока там нет ничего. Ну как, Т-10 какой-нибудь условный, Т-4, наверное, же есть? Да в ДДшном шмоте пускай хляет. Мы ему за неделю шмота напихаем, даже камни вставим в него. В ОКХМ его прям в ДД-шмоте будем отправлять, слышишь? Я даже не поленюсь, я в моем кашной камне сидит. Вообще ни разу не жадный, целый кашной камне. Нелик, тебе так и быть, даже чарки в суереги сделал. А я крикнул на ХП, чтоб не сдох. Так уж и быть, бобом скинуть. Хорош. Не идите вперед, Нелик, подожди. Спроси полированные камни во весь шмот нахила. Торгуйся. Алекс, ты неправильно говоришь, надо как в том фильме «Зеленый фургон» во временное пользование. Зеленый фургон или зеленый слоник? Зеленый фургон, такой фильм был. Ага, давай Алексу 5000 гп выделим за 500000 гп. Он хочет. Что-то у вас сомнительная развлекуха какая-то, ну ладно. Слушайте, я когда буду на ханта, фу, блядь, я тоже возьму. Можно 500к? ГП за 5к голды, да? Я вам всем выделю 500 раз, навратник. 500к голды за 5к ГП. Чек. Навратник, чтоб шею не терло. Да. Чтоб смазывало. Тепленько было. Вот он, ТП в танк. Пул подсчет. Сейчас манну пью. Подожди секунду. Да ничего. Жду. Ну и посижу. Пул. Раз-два, метки. Где метка-то, сфера, алё? Сова, вы куда ты бежишь? Вы чё делаете? Удалите чуть-чуть это, вид от первого лица не надо. Забыла, скажу. Thank you.
газа. Только будьте осторожны. И такой... Папочка, у меня получилось. Блять. Мертвец. Вы чё? Мертвец. Мертвец. Чё это было? Подохли вы чё? Там подсбос. Интересная смерть. Отошел, значит, из кучи, встал в сторонке. Ко мне кто-то подбежал и убил. Босс, наверное. Это произошло из-за того, что, блядь, РДД нахуй не было стака. Вот у меня лично не было. Стояли сначала две метки, потом в итоге нахуй один убежал вправо, резист, по-моему, а котенок убежал в мини, блядь, и мы в итоге вообще не без стаков оказались. Да, вот теперь насчет этого скажу. Ребят, гогель-могель, офайте нахуй во время РТ, понятно? Нихуя не видно, блядь. Это кто там ругался-то? Резист. А, ничего себе, красавчик. Алекс, был тут? Есть осколок? Есть.